Всем доброго времени суток и отличного настроения. Сегодня у нас мотивация на уборку, на готовку, да и, в общем-то, на дела домашние. Первоначально решила навести порядочек во всей квартире, сделать небольшую такую влажную уборку и затем уже переключиться на кухню. На кухне предстоит, как обычно, много дел. Уже потихонечку начала делать куличи для канала «Мастер своего дела». Рецепты в этом году выйдут абсолютно новые. Ну, если вы уже смотрите это видео, то, скорее всего, рецептик уже на канале «Мастер своего дела» вышел. Я решила приготовить на этот раз кулич, который я пробовала в гостях. И мне он очень понравился. Я взяла рецепт и, собственно, сегодня буду готовить. Но забегая немного уже вперед, так как я уже это видео смонтирую, я уже знаю, что куличи у меня получились. Я хочу сказать вам, что вот по этому рецепту, который выйдет на канале «Мастер своего дела», куличи получаются просто бесподобными. Есть там один секретный ингредиент. Не буду раскрывать всех тайн. Сейчас посмотрите уже ролик, если кто-то соберется готовить. И правда, бесподобный результат. Вот такие куличи я бы ела, наверное, не останавливаясь. Они невероятно мягкие, воздушные. Просто прелесть. Кстати, этот вариант на сметане. Но у меня на канале есть множество вариантов приготовления куличей. Различные абсолютно, с разными ингредиентами. И абсолютно они отличаются друг от друга как внешне, так и по составу компонентов. Поэтому на любой вкус можете посмотреть. Я думаю, что вам понравится. Напоминаю, что все это на канале «Мастер своего дела». И тут пока вы уже видели фрагменты уборки, это я вот как раз таки убираю мой будущий, надеюсь, портрет Дианы, начала его. Мы купили дочке гитару за отличную успеваемость, за окончание третьей четверти. Она захотела гитару, и вот теперь у нее есть гитара. Я думаю, что получится у нее все, и потихонечку она будет изучать, да, гитару, вообще музыку, песни. Для себя в таком любительском формате просто ей захотелось. Не стала я вам всю уборку снимать, потому что это очень получилось бы долго, если снимать каждый фрагмент, каждый момент, как я все мою и убираю полностью квартиру, поэтому немного небольшие отрывки, небольшие кусочки из того, как я убирала гостиную, и на этом, собственно, все. Дальше уже я перенесусь вместе с вами, вместе с камерой на кухню. Как уже и сказала ранее, просто впереди там очень много дел. Но опять-таки, не все я снимаю, потому что для канала «Мастер своего дела» я готовила видеоролик, отдельный видеоролик с пасхальными куличами и также еще некоторые другие рецепты. Плюс еще я сделала такую небольшую уборочку. Я почистила сковороды и кастрюли. Но не слишком, знаете, я занималась этим делом, потому что не так давно я выпускала видеоролики, как чищу сковороды, какими средствами, что использую. И я вам скажу, эффект хороший, поэтому не так много загрязнений у меня сейчас было на посуде. На той, я имею в виду, в которой вот сейчас я готовлю, которую использую. Возможно, если сделаю в скором времени расхламление на кухне, то вытащу, скажем так, из своих потайных уголков еще посуду, посмотрю, в каком она состоянии, может быть, придется ее также почистить. Посмотрим. И так как у меня в семье все очень любят мясные такие насыщенные блюда, сегодня я решила сделать солянку с очень хорошим составом. Этот видеоролик выйдет на канале «Готовим дома», но чуть позже, сейчас пока нет времени, но я вам скажу так, что соляночка получилась прям такой густой. Я, конечно, не ем мясные блюда, но у меня с удовольствием домочадцы уплетали
солянку. Но она действительно получилась очень такой наваристой. Я думаю, что вкусно, раз все говорят, что вкусно. В процессе я здесь перемещалась с куличами. Здесь уже они на подходе практически. Такой этап уже, когда я все отправила в формочки, все тесто. И оно у меня уже подходило. Духовка в этот момент прогревалась. Можно сказать, остался такой финальный рубеж. Это просто выпекать куличи. Кстати, у меня там в духовке, не знаю, видно вам, нет, сейчас еще выпекается мясо. Свинину решила запечь. Ну, в соевом таком соусе, в соевом маринаде, можно сказать. В простом и быстром. Конечно, домашняя рутина отнимает очень много времени. Я думаю, что многие хозяйки меня поймут. Поэтому мотивацию с чисткой и, знаете, когда я отмываю какую-то посуду, я решила снимать не в полном объеме, а все-таки, ну, когда чищу какие-то сковороды, кастрюли, посуду, в общем, что-то отмываю, да, решила снимать по отдельности. Мне кажется, так будет проще и для меня, и, возможно, воспринимать вам будет проще. А кто-то просто любит, когда я провожу весь день на кухне, да, и снимаю полномасштабный ролик, а кто-то не любит на это смотреть, и кому-то просто какие-то конкретные моменты интересны, вот как раз-таки готовка, то, что есть на кулинарном канале, или что-то почистить, помыть, у кого-то расхламление вызывает интерес, ну, то есть по-разному у всех, поэтому я думаю, что стоит снимать именно такие видеоролики. Нет, мотивация, конечно, будет, никуда она не денется, но просто видео я решила немного разделять. Ну, посмотрите, собственно, что будет, там уже будет видно. Кстати, немного о погоде скажу. У нас за окном по-прежнему, можно сказать, зима. Снег периодически так идет. Ну, то есть такая погода странная, знаете, день светит солнышко, вроде бы все чувствуется, весна. А уже на следующий день смотришь, а нет, там уже вновь зима. Кстати, вот у нас солянка получилась, видите, какая. И здесь уже куличи также на подходе. Сейчас покажу вам. Вот такими они получаются. Ну, действительно, очень хорошие куличи. Результатом я невероятно довольна. То есть этот рецепт один из лучших. Есть еще, конечно, хорошие варианты у меня на канале, но этот прям пока в топе первых, можно так сказать. Пористые, влажные, воздушные, ну просто как облачко. Мои дорогие, буду заканчивать видео. Спасибо, что вы меня смотрите. Всем отличного настроения, хорошего дня вам. Пока-пока, скоро увидимся.